Краткие уроки. NV Player Surface Trigger. Данная точечная entity является триггером, который срабатывает тогда, когда игрок наступает на определенный материал пола. Например, мы имеем металлический пол и лампу. Когда игрок будет наступать на металл, лампа будет гореть. Как только игрок наступит на другой тип поверхности, лампа погаснет. Все очень просто и удобно. Buena suerte!